Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы поговорим о совсем недавно обновившемся интерфейсе поиска приложения App Store в iOS 6. Обновление интерфейса произошло автоматически онлайн, без обновления прошивки. Чтобы увидеть изменения, вам достаточно набрать что-нибудь в строке поиска, например, Apple. И тут перед вами появляются карточки, только три из которых помещаются в полный рост в окне. Вверху вы найдете несколько параметров для расширенного поиска, например, платное или бесплатное приложение, его категорию, а также сортировку по популярности, дате выхода и рейтингам. На самих карточках отображено название приложения, его рейтинг, цена, а также небольшой скриншот. То есть, по сути, добавился только скриншот. Мне это решение никак не нравится, так как показывается мало результатов поиска, и вам постоянно надо крутить дальше, чтобы найти то, что вас интересует. Будем надеяться, что будет возможность переключиться на сеточный или листовый режим отображения. Но если на iPad показывается хотя бы 3 приложения в полный рост, то на iPod и iPhone это просто жесть. Там показывается по одному приложению, и там это просто неприменимо. Будем надеяться, что вообще этот карточный режим никогда не увидит света, так это действительно неудобно. Ну а с вами был Apple Expert, всем удачи, пока!